Добрый день, дорогие друзья! Я хочу несколько слов сказать о своем станке. Судя по отзывам, многие зрители имеют такие же станки, как вот этот, или аналогичные модели. Я хочу показать два слабых звена в этом станке. Вот эту гайку я поменял. Во-первых, она, это уже не гайка, а муфта. На М12. Тут был болт на М10 с обычной гайкой. Нагрузка на заднюю бабку довольно большая, поэтому М10 быстро выходил из строя. А муфта нагрузку резко снижает, многократно снижает. Поэтому эта гайка будет служить не один год. Кроме того, для того, чтобы закрепить подручник, тут тоже стоял болт на М10. То же самое, резьба слабая, быстро изнашивается. Поэтому я сделал на заказ вот такие винты на М10. И в виде барашковых гаек, огромные барашковые гайки, попросил человека, мне сделал. И теперь нет никаких забот. Один из зрителей утверждал, что у него станок СТД-120 имеет конус Морзе номер 1. Я не знаю, какой у него конус, но у меня именно конус 2. Вот это конус 1, это конус 2. Вставляем. Вот это родной конус. Он здесь стоит постоянно. Что касается патрона. Патрон я модернизировал, вы уже знаете, многие из вас знают. Был патрон вот этот с резьбой, с конусной резьбой. Он, конечно, далеко не для всех подходит. Много возни лишней. Но когда приспособишься, я тоже не вижу больших проблем.